Ну и так у нас болящих полно. Ну вот сейчас это раз, а будет и молиться в храме. Угу. Раз он ножку ордил, он ходит? Или... Угу. Ходит, ну, прихрамывает. Ему стоит долго. Больно, да? Нога болит. Вот Лилия загорела на солнышке, наверное. Там отгорела. Вчера она бессмертно полку стояла. А, вас выводили со школы, да, наверное? Угу. Понятно. А дедушка, который это папин дедушка, да? А он же жив еще у вас? Я своей подруги фотографию несла дедушку, а моего он уже умер, но фотографии не осталось. На просто имя, да? У нас еще нет. Нет, а старшим-то дедушка, он же вот недавно умер. У него не осталось фотографии, он же не на войне. Ну, не все у бабушки, а бабушке долго ехать за хлопком. Понятно. Понятно. Вчера такое солнышко было, хорошая погода была. Так, давайте почитаем. Всех вспомнили? Больше никто не болеет? Маша не болеет. Маша болеет. Маша, а ты чем болеешь? Ты поди еще на гвоздь-то не наступаешь, еще не бегаешь. Маша, у тебя вон какие тапки. Маша у нас простыла. Так, и кто еще у нас... Ваня. А Ваня почему не пришел? Ну, там проблема была. Кролика оставили нечаянно, и он убежал куда-то. То есть он по хозяйству был сегодня. А вы с кем? С папой или с мамой? С мамой. С мамой пришли. Ну, хорошо. Тут еще закладочка. Читали вы, наверное? Великомученицу Варвару читали? Нет. До конца прочитали? Я не читала. Ну ты не читала. А до конца дочитали? Не помните? Вот закладка лежит. Мы давно читали. Давно. Чтобы, может быть, вы с Надеждой Васильевной. О, это тоже такая длинная штука. Давайте сначала. Так, мы как раз вы это уже, конечно, 100 раз читали. Сейчас мы читаем. Выберем. Я буду читать, а вы будете говорить, чье будем читать. А сейчас у нас какой месяц идет? Май. Великомученик Георгий Победоносец и мученица царица Александра. Знаете такое? Георгий. Знаете Георгия Победоносца? Рисуют на иконах. Как его на иконах рисуют? Кто знает? Поднимите руку. Так. Нестор даже знает. Так, знает у нас Ксюша. Так, Ксюша у нас самая маленькая, кто знает. Расскажи, как рисует Георгия Победоносца. Ну, говори. Ну, ты подняла руку. Так, дальше у нас знает Нестор. Его рисует на коне, и что он копьем протыкает змея. Правильно. Правильно, Лилия? Так. А Павел рисует царица Елена, и он возле озера это делает. А еще он отражает на гербе нашей страны. Да, победоносец Георгий. Побеждает змея, да? Змея это как что? Олицетворение зла, греха, да? Сейчас мы почитаем, все это узнаем, все это точно. Георгий Победоносец. Имя Георгий как по-другому еще можно сказать? Пайгой, Жора. Жора, Гога. Игорь, Егор, это все однокоренные слова. И вот Георгий, и вот страна Георгия. Как эта страна называется? Кто знает? Страна Георгия. То есть его страна. Вот, например, страна Ливии, сказали бы. Это страна Георгия. Нет. Нет. Как Г по-английски произносится? Дж. Джорджия. Джорджия. Есть такой штат в Америке, Джорджия, в честь вот этого Георгия. А страна Джорджия это кто? Грузия. Джорджия. По-русски мы говорим Грузия, а по вообще-то Джорджия, в честь Георгия. Вот этого самого Георгия Победоносца. Он во всем мире популярный, очень такой святой. Его вот и на флагах, и на гербах рисуют. И часто его образы в фильмах где-то там используют. Так, да кто же он был? Когда же он жил? Так, читаем. День памяти 6 мая, либо 23 апреля по новому стилю.
великомученик Георгий Победоносец и мученица царица Александра. В римской армии особо ценились воины из провинции Каппадокия. Там, в гористой местности, с суровым климатом вырастали волевые, храбрые, выносливые юноши. А это важнейшие качества были для воинов. Каппадокийцами были 40 севастийских мучеников. Тоже, может быть, слышали, мученически погибли 40 человек. Уроженцев этого края был Георгий Победоносец. Он родился в тот год, когда на римский престол взошел император Диоклетиан. Короткая жизнь великомученика целиком уложилась в 20-летнее царствие императора. Царь и мать Георгия происходили из знатного рода. Предки Георгия не одно столетие верой и правдой служили римскому государству, были пожалованы знаками отличия, землями и рабами. Отец Георгия был христианином. Когда это обнаружилось, что он христианин, отцу предложили отречься от Христа, но он отказался, и тогда его казнили. Представляете? Он живет богатая семья, много заслуг имеет перед Римской империей. Им от императора и земли, и все, у них и рабы есть, богатая семья. Однако они верят в Господа Иисуса Христа, христиане, а так как христианство запрещалось, то верят тайно, молятся, несмотря на запреты. Вот на себя примерьте это. Вот сейчас запретят христианство, например, да? Будете вы тайно верить, молиться. Вот в открытую нельзя будет прийти вот так в храм. А все только дома, тайно, домашние церкви и так далее. Если вдруг кто-то узнает, соседи услышали, что вы там «Христос воскресе из мертвых» поете, да, через стенку, услышали и донесли. Донесли вам, говорят, так, все, вот ты работаешь там директором магазина, Вера работает, Ксюша там где-нибудь там управляющим в какой-то организации, говорят, работай ты там не будешь, там нельзя христианам работать, давай, отвлекайся от Христа. Ну так, подумайте. И вот он не отрекся. У него и земли, и богатство, и все. Он не отрекся, и его за это казнили. Потеря горячо любимого отца очень потрясла мальчика. На могиле отца он поклялся, что он тоже будет христианином, и это свое обещание он сдержал. Исповедуя Господа Иисуса Христа всем сердцем, он без колебания отдал за него свою жизнь. Различные таланты дал Господь своим избранным. Одному он дает ум государственного деятеля, другому просвещает мудростью богослова, а третьего наделяет искусством врачевания. Кого вы знаете, что вот Господь своего Божьего угодника наградил этим искусством врачевания? Пантелеймона. Так, Пантелеймона целителя, да? Так, еще, может быть, кого-то знаете? Много было, да, которые способны были исцелять, лечили. Ну, самый известный Пантелеймон целитель. Вот. А Георгию Господь с малых лет одарил необыкновенной физической силой, сноровкой и способностями командира. Талант военачальника был гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Военачальник должен не просто сказать, идите в бой, войска, все, идите в бой. И все, вот начальник, да, сам остался тут смотреть за боем. Нет, он должен распознать слабые места в обороне неприятеля. Он должен ими туда правильно нацелить удар своего войска, а также вдохновить своих воинов, а и, если надо, повести их за собой в бой. Юноши, которые многие только начинают овладевать воинскими званиями, Георгий удивлял своим опытом, что такой молодой, он уже всех военачальников опытных удивлял, как он хорошо умеет всю эту военную, всю эту тактику познал. А также он хорошо владел оружием. В учебных поединках даже бывалые легионеры, которые прошли не одно сражение, штурмовали крепости, бросались в абордажные схватки на море, не могли победить этого юноши, противостоять его умениям. Кроме редкой силы и боевой сноровки, он обладал еще умением найти путь в сердце легионеров. Воспитанный в христианской вере, он в каждом легионере видел своего брата, который поставлен ему Божьим промыслом исполнить долг защиты Отечества. Его выдающиеся способности заметили и командовавшие
И командование поставило его трибуном. Ну, трибуны это, ну, как бы, как, какое-то определенное звание, какой-то командир, да, там, вот есть там разные, командир полка, там, командир взвода и так далее. Вот трибун это какой-то командир. По уставам римской армии он был еще молод для этой должности, но веренное ему подразделение стало лучшим во всем легионе. Легион это типа армия или полк, большое количество там человек. И когда в войне с арматами его когорта разбила второе, превосходившее по численности, втрое превосходившее по численности отряд противника, то слухи о молодом трибуне достигли самого императора. То есть, когда их послали победить там какой-то отряд, да, противника, его вот этот, ну, взвод там или отряд, и там было в три раза больше человек. И они схватились вот в бою и победили, хотя их было мало, но они победили превосходившее войско. Диоклетиан вызвал Георгия к себе, беседовал с ним, проверил его качество как бойца и приказал стрелять из лука и метать копье в цель. Затем предложил на карте решить сложную тактическую задачу военную. Георгий с блеском справился со всеми заданиями. Своих сыновей у Диоклетиана не было, он полюбил Георгия и назначил его командиром всего легиона. Представляете, молодого юношу, парня, там, которому еще, может быть, 20 лет нет, он поставил командиром там, армии, например, своей, или полка какого-то огромного количества человек. И за всю историю Рима 20-летний юноша никогда не командовал легионом. Георгию предрекали славу великих римских полководец Гай, Марий, Юлий, Цезарь, Троян. Он и сам стал уже мечтать, чтобы одерживать победы на поле боя и брани за свое отечество. Но мечтам его не суждено было сбыться. По-разному относились те времена к христианству. Одни, уверовав в Господа, следовали его заповедям. Другие не обращали на учение Христа никакого внимания, считали, что оно пройдет, со временем его забудут, как и все забывается на белом свете. А третьи, обладая властью, яростно ненавидели всех христиан. Будучи по происхождению потомком раба, но обладая сильной волей и природным глубоким умом, Диоклетиан стал императором и возомнил, что все подвластно ему. И как он повелит, так в этой жизни воли. Сразу после своего воцарения Диоклетиан писал... Христос воскресе! Воистину воскресе! Своего воцарения Диоклетиан издал эдикты, согласно которым все церкви подлежали уничтожению. Я попрошу слова, если можно, немного. Вы только начинаете свою жизнь, маленький еще, но очень многое в вашей жизни будет уже таким, каким и вот сейчас есть. Послушай или не послушай. Потом будете удивляться, почему у одного человека получается в работе, в семье нормально. Жена, мужа слушается. А у тебя все не так идет наперекосяк. А вот сегодня заложили, это фундамент. Пример. Мы в Потеряевке, там совсем немного людей, но были с разъезда дети. И вот они носят дрова. Я решил сфотографировать это. Хорошее дело. Все встали. Представьте, так, чтобы было видно, как передать их поленья друг другу. Один подходит, он опоздал. Ни под каким видом дергается. Кончится смертельным исходом. Это зависит от родителей. Вы этого не можете не видеть. Случилось так, что у нас здесь зацвел куст миндаля. Он красивый и редко где цветет такой. Миндаль – это то дерево, которое упоминается в Священном Писании, в Библии. Зацветет миндаль. Это символ бессмертия. И он куст такой низкий, красивый такой. И ребятишечки такие. Я поставил. Еще одна девочка идет. Смотри сюда. Никаких. Дернулась, пошла. А что это такое? Я гляжу, стоит отец рядом. Встал к кусту тоже. Ну, позови ее. Нет. Одна девочка выскочила, и она побежала к ней. Никаких, дернула и все. Это то же самое. Это с детства уже было. Я видел, как когда вели занятия, кто-то вел здесь, девочка одна в кусты тут спряталась, ее зовут. Это дело просто никуда не годится. Взрослый сказал, плохое? Нет, неплохое. Потом, когда фотографии показывают, а меня почему там нет, я уже знаю дальше результата, потому что она хорошая, людям нравится. Почему ты не встала? Ты ответить никак не можешь.
Нет, так это не это только, это и в домашних условиях, я уже узнал. Это не годится никуда. Если ты верующий, значит, ты знай, над тобой есть старшие, родители. Сказали одно слово, два раза, чтобы никогда не повторяли. Я могу расспросить и увидеть, как слушается. О разных детях мать по-разному откликается. Одному только напомни, и он сразу мгновенно все это сделает. А другому 10 раз ткнем, все время забыл. Забыл, это главное у него идол. Забыл. Как-то забыл. Среди ночи встань и доделай, что ты наделал. Как-то забыл. Убежал играть. Поэтому вложите это все сюда. Жития святых. Наш Господь и был в послушании у родителей. Это мы прямо видим, где даже Господь наш Христос. Ни одного святого не было, чтобы он был не послушен тому, что установил Господь. Какие власти? На дорогах подчиняются полиции, церкви, священнику. Поставленные люди смотрят за порядком. Вот на это обратите внимание. Постарайтесь. Так, вот когда позеваете, закрывайте. Вот так ладошкой. Позеваешь, раз, мы детей учим. А то все время разденет роты. Так, насчет поговорите, дети в лагерь. Мы открываем лагерь, уже 43-й год будет. Вы дома в хороших условиях находитесь. Но то, что у нас есть, этого не будет. У нас все 24 часа под присмотром. Рано встают. У нас 5 часов подъем. Утром рано еще до завтрака купаются в озере. Поработают. Вы у родителей проситесь в лагерь. И вы увидите, как там каждый день специально готовят, определенные игры. Каждый день идут занятия вот такие с ним. В пятницу костер, картошка. Ну, дома это нельзя сделать. Как бы хорошо дома не было, но тебе нужно таланты свои развивать, среди детей быть. И которые у нас дети были, ни один хуже не стал. Они очень многому научаются. Общение. Ну, здесь вот это короткое время, тем более один говорит, а вы сидите. А там каждый учит стихотворение, песнопение, на костре выступает. Ты же была? Знаешь, они каждый день. Вот она у нас, Акелина была. Там эти девочки тут, вот, Ксюша. А вам тебе понравилось в прошлом году? Опять собираешься? Вот как. Там очень строго у нас. И вы будете другими. Родители, когда встречают детей, какой он послушный. Сестренку, говорит, обижала, сейчас пальцем не трогай. Прибежал, бабушку обнял, говорит, никогда этого не было. А другой ребенок уже маленький, 12 лет, он уже нехорошим делам, там, наркотикам приучен. У него лицо сморщенное, как голенище сапога кирзового. А через месяц проходит, родители приезжают, его узнать не могут. Чистый воздух, прекрасная пища, каждое утро чтение Евангелия. Ну нет этого дома, нет, чтобы вас 5 часов поднимали. Вы этого не знаете. Мы слушаем пение птиц. Специально ночью ставим звезды, учим небосвод. Ну нет этого дома. Как птицы кричат какие, как хлеб колышется, какой ветер с полей идет. Этого нет у вас здесь. Вы просто проститесь, и родители вас отпустят. Все уйдет. А детство никогда не возвратится. Понятно? Мы ждем вас. Вы наши близкие, дорогие. Ну, я думаю, что и Агапия приедет нынче. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Так, сейчас закладочку. Где? Положим и дальше. Ну, сейчас ей мало. Все. В следующий раз мы прочитаем и узнаем все-таки, какого же змея Георгий Победоносец победил, сидя на коне. Да? Почему так рисуют икону? Так, сейчас заходим в храм. Не забывайте, что... Так, кто на клирос, на клирос. Встаем. Идите, все, выходите. Благодарение воздухом по изобилию плодов земных и времена.
Господи, помилуй. Нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу на непрестанно и во веки веков. Обновится я горя, людость твоя, твой.